придется канадцу все-таки довольствоваться четвертым местом, если только Флоран не напортачит. Хотя, мне кажется, Амодио в очень хорошем настрое в этом году, и работа с Николаем Морозовым ему пошла уж явно на пользу. Хотя опять бы же, в плане презентации. Опять же, хороший пример. До этого катался Бесигей, ему 21, и Амодио 20. То есть у французов растут сильные одиночники. И Амодио находится, в принципе, в такой же ситуации, как его партнер по команде. Да, просто мы его больше видели. Он больше себя зарекомендовал как раз как артист. Тоже восточный парень, но очень открытый, артистичный, эмоциональный. У него программа из большого количества различных музыкальных произведений, в том числе вплоть до Майкла Джексона. We'll be right back.
Ну, прям поднял настроение, да, даже как-то мы оживились. Класс. За кадром Николай Морозов, безусловно, доволен. Ну, правда, там можно обсуждать все, что угодно, но как танцор Амодио состоялся. Классно. Да, и сегодня это был танцор, которому ничего не мешает. Действительно классно и в прыжках, и в самой программе. Это был здоровский Майкл Джексон. Смотрите, как его встречают и как он их встречает. И все, это, все то, что происходит, нравится ему и публике. И, наверное, это то, ради чего мы все приходим на каток. Смотреть на фигурное катание, болеть за ребят, за девушек, за пары, за танцы. Классный прокат. Единственная была ошибка при исполнении второго тройного акселя. Но потом он настолько зажег, что, наверное... Я даже и забыл. Если да. Ты сейчас не сказал, я бы и не вспомнил. Слушай, а вот несколько остановок было во время исполнения программы. Я понимаю, что они такие были все тематические остановки. Но он прям стоял там секунд по 5, по 7. Это нормально, он считается? Он не совсем стоял. Он двигался. То есть это была необходимость для того, чтобы показать и раскрыть какой-то характер самого Майкла Джексона. Да, второй аксель может быть недокручен, и там ошибка на приземлении, но это не суть. Какая энергетика шла сегодня от этого парня, да, то есть минимум классических движений Майкла Джексона, все в тему, и публика, конечно, на ура воспринимает, и я думаю, в любом дворце спорта, не только французском, эта программа в таком исполнении была бы воспринята на ура. Сейчас мы посмотрим, сколько он получит за то, что сделал. Наверняка это будут очень высокие оценки. Это будет его уже второе призовое место на этапах Гран-при в этом сезоне. Вот этот каскад «Салька в тулуп» 3-3. Он даже по музыке классно ложится. Да, и зал тут взрывается. С какого хода был сделан «Салька»? Все, все выверено, каждая мелочь. И у него все сегодня сложилось так, что это не рушило общую концепцию. То есть даже небрежность вот в исполнении каких-то двойных прыжков, она оправдана тут, потому что в целом это какой-то был расхлябанный такой стиль, который мы все видели в клипах Майкла Джексона. Это было здорово. Еще один двойной аксель. Казалось бы, чисто технически не здорово исполнен, но в конце вот это движение характерное. Морозов, конечно, дает нам тоже пищу для размышлений. Номер один он хочет получить на этих соревнованиях, но все еще не сказано, какие Кокозуки. Но может поджать. С таким прокатом, да. Сейчас все зависит от того, там были некоторые погрешности, скорее всего, на тройном флипе поставят неправильное ребро, и это съем от судей, и на последних вращениях он торопился. То есть мы посмотрим, чем это дело кончится, но это очень интересное противостояние японца и француза. 153 балла, 77 и 76. Никогда он еще не получал таких высоких оценок. На 10 баллов побил свой собственный рекорд. Почти доволен. 230. 75 и 76. Он по компонентам обошел Брэндона Мроза на 11 баллов. А вот по элементам у него с Мрозом практически одинаковая оценка. Даже чуть ниже. У Мроза был четверной. Ну да. Вот так-то. Остался один участник, от которого зависит все. Впереди Флоран Амодио. И для того, чтобы обогнать ему Флорана, ему нужно набрать...